Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. И сегодня у нас с вами обзор покупок из магазина Fix Price. Поговорим, а вернее я сделаю свой отзыв, свои впечатления о применении вот этих всех косметических средств. И я вам расскажу, что мне понравилось, а что не понравилось. И если вам интересна эта тема, оставайтесь в ближайшие 10 минут со мной. Все это продается Fix Price, что-то по 50 рублей, что-то по 55 рублей. И давайте же, наконец, начнем разбираться, что стоит покупать, а что лучше обойти стороной. Значит, начнем с густого мыла. А также есть еще различные виды скрабов. Все это по 50 рублей, вот в таких интересных ведерках. Все это я покупала еще 2-3 недели назад, тестировала. Значит, чем подкупает вот это густое мыло? Оно называется дегтярное, с маслом можжевельника и экстрактом зверобоя. А тем, что здесь написано, что 100% натуральное, без СЛС, ГМО и парабенов. И березовый деготь предотвращает появление перхоти, масло можжевельника и экстракт зверобоя увлажняет и питает кожу. То есть почему бы нет? Здесь такой мелкий шрифт в описании вот здесь ингредиентов, что, конечно же, давайте воспользуемся вот этой вот лупой с подсветкой, тоже купленной в Fix Price. И сейчас мы все прочтем. Потому что невооруженным глазом, видите, и вот я вам увеличиваю, просто невозможно ничего разобрать. Может быть, на это и рассчитано. Нанести мыло на влажные волосы или кожу тела, помассировать и смыть. Все из кокосового масла, еще какие-то несколько ингредиентов. Березовый деготь, масло можжевельника, масло лаванды, экстракт алоэ. Мыло хорошее. Действительно, единственное, что волосы я такими вещами не рискую, конечно, мыть. Но для душа, для ухода за кожей тела, в принципе, пойдет. Аромат приятный, действительно пахнет березовым, даже не дегтем, а просто березовыми листочками, что тоже наводит на размышления, потому что березовый деготь все-таки он должен пахнуть березовым дегтем. Вот, консистенция вязкая, все прекрасно мылится и очищает кожу замечательно в душе. Скраб кофейный для тела, лифтинг эффект, омолаживающий с кофейным жмыхом и сливками. Тоже он 155 мл, 55 рублей стоит. И мне он очень понравился своим ароматом. И действительно он как скраб работает прекрасно, но... Единственное, что здесь довольно-таки крупные кристаллы сахара. Если у вас нежная кожа, то можно даже и поцарапаться. Хотя, в принципе, скраб, он и должен немножко отшелушивать кожу, но это, мне кажется, показалось чересчур. И такое ощущение еще, вот впечатление от этого скраба, что он как будто бы забродивший, потому что он такая вспученная какая-то консистенция у него, необычная. Вот, как будто бы забродивший скраб, но это только впечатление, а аромат на самом деле очень приятный, действительно, как скраб, он работает хорошо, но смотрите, я говорю, не поцарапайтесь. Еще очень интересная новиночка, это густое мыло для тела и волос, тоже без ГМО и парабенов, питательное, и самое главное, что оно медово-облепиховое, еще и золотое. Посмотрите, какие тут добавлены блестки. Видите, какие интересные блестки в составе, такие мелкие-мелкие, как пудра, золотая пыль. Вот. И еще очень приятный аромат облепихи или какой-то свежести. В общем, что-то такое необычное, волшебное. Тоже я его использую просто как мыло для душа, жидкое, такое как гель для душа, что ли. Заявлено, что входящие в состав мед и масло облепихи питают, увлажняют, смягчают. И можно использовать и для волос, и дарит волосам здоровый блеск и пышность. Много различных вариантов глины. Я взяла черную, вулканическую. Привлекло то, что она якобы матирует и сужает поры. И голубая глина очищает и омолаживает кожу. И, кстати говоря, еще рекомендуется и для волос. Но для волос на кожу головы я не пробовала, а вот на лицо нанесла вот эту черную, вулканическую, камчатскую. И у меня произошла какая-то аллергическая реакция. Кстати, она еще пахнет, кроме того, как глиной. Вот, видите, уже разведена, ничего не нужно разбавлять водой. Просто наносите эту, как маску на лицо, на очищенную кожу. И у меня очень началось сильное жжение сразу же после того, как я нанесла на лицо покраснение. И я думала, что это, ну, временный эффект, может быть, так и должно быть. Подержала еще несколько минут, и
жжение усилилось, и когда я начала смывать эту маску, эту глину, я увидела, что у меня кожа очень сильно покраснела в том месте, где именно была вот эта глина. Поэтому какая-то непонятная реакция, хотя до этого я использовала различные виды глины, просто чистую глину разводила с водой, специальную глину косметическую в порошке, и никогда у меня такого жжения не было. Поэтому вот эту глину черную я не могу рекомендовать. Проверьте сначала на коже, вот на сгибе локтя, не будет ли у вас тоже такой же аллергической реакции, потому что я ее больше использовать не буду. Также я боюсь вот эту голубую тоже глину использовать, потому что у нее такой же точно запах каких-то отдушек, то есть не запах глины. И я думаю, что будет такая же реакция. Что мне очень понравилось в применении, это холодный парафин для рук и холодный парафин для ног. Это вообще просто сказка какая-то. Во-первых, парафин для рук, значит, здесь еще и витамины, и натуральные масла, и эфирные масла. Стоит 50 рублей, баночка 80 грамм, то есть намного меньше, чем вот эти ведерки. И посмотрите, он напоминает воск, но при нанесении на кожу, посмотрите, вот, похож еще и на вазелин, вот, образует вот такую защитную пленку, и при том очень тонкий, приятный такой какой-то аромат, очень-очень такой необычный, очень вкусно пахнет этот парафин, вот, и посмотрите, во-первых, кожа становится гладкая, ухоженная, мягкая. И этот эффект длится продолжительное время. И самое главное, что если вам нужно, допустим, с водой что-то помыть, там, допустим, посуду или что-то сполоснуть под водой, этот парафин не смывается, а наоборот, вода как бы стекает с вашей кожи и не сушит ее. То есть вот это вообще мой восторг полнейший. Это просто фаворит. Вот этот вот холодный парафин – это самый лучший продукт вот из тех, что я вам показываю. И также холодный парафин для ног – тоже великолепный эффект. Кожа очень мягкая после него. Особенно это касается вот зимы, весны ранней, когда у нас кожа все-таки сохнет от излишней сухости воздуха в квартире, в доме. И вот эти все средства – это просто замечательная вещь. Затем средство, уже крем для тела, тоже написано, что без парабенов, 100% натуральный, антицеллюлитный, моделирующий, выравнивает и повышает эластичность кожи. Здесь с экстрактом ламинария, с маслом зеленого кофе, карнитином. И действительно запах, вот крем такой белоснежный, имеет консистенцию густую и похож очень на кокосовый крем. Так и кажется, что он будет именно пахнуть кокосовым молоком или кокосом. Чем-то таким очень нежным, каким-то сладким. Но нет, он пахнет именно вот водорослями. Я все думала, чем же он так пахнет. Именно вот такой запах ламинарии, вот этих вот водорослей. И он, в принципе, хорошо впитывается. Не знаю, как он борется с целлюлитом, сжигает ли он жир, как здесь написано. Но действительно он впитывается хорошо и вот выравнивает, повышает эластичность кожи. Ну, крем как крем. Из новинок обнаружила биотоник демакияж. Он еще интенсивно увлажняет, и тонизирует, и освежает кожу, повышает упругость, удаляет макияж и для всех типов кожи. И вот, кстати говоря, даже не протестировано на животных. В общем, три в одном. И самое главное, что здесь нет спирта, вот 0%, нет отдушек, парабенов и красителей. Очень хорошо снимает тушь с ресниц. Очищает кожу, действительно, никакого жжения, никакого запаха спирта. Очень легкий, нежный аромат, как будто бы водичка. И в то же время действительно очищает очень хорошо. Глаза не щипят, кстати говоря, кожа тоже не раздражена. И его не нужно еще и смывать. Сделано в России. И здесь объем-то такой немаленький, целых 400 мл. И стоит 50 рублей. Очень много, я вижу, продается с гиалуроновой кислотой. Различные гели и крема. Например, вот как этот крем для рук. Самое главное, что здесь содержит этот крем низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и глубоко проникает в кожу. Увлажняет до 48 часов. Также я покупаю вот такие вот крема. Они по 50 рублей, здесь по 50 мл. Они предназначены для лица. Вот этот, например, с ретинолом, витамин А. Есть еще с витамином Е и там дальше другие вот из этой серии. Я их покупаю тоже для кожи рук, не для лица, потому что все-таки для лица у меня совсем другие крема. It's your sleeve.
очень быстро впитывается и ухаживает. Тоже уже один я тюбик использовала и рекомендую. И вообще полный восторг. Это гель Гиалурол. Про него я уже говорила в предыдущем обзоре. Я еще купила целых две пачки. Он тоже по 50 рублей. Гиалуроновая кислота. Он абсолютно прозрачный. А здесь 50 мл. Вот такой гель. Тоже запаечка. Первый тюбик я уже практически весь использовала. Вот, просто прозрачный гель. У меня он прекрасно впитывается, никакой пленки он не образует на лице, никакого жирного эффекта. Быстренько впитывается, ухаживает, и потом уже можно наносить любой крем. То есть я его наношу, вот этот гель, под уходовый крем. И вот что последнее я вам хочу показать. Это тканевая маска для лица и шеи. Здесь одна штучка по 50 рублей с таурином и витамином Е. Длительное увлажнение препятствует возникновению сухости и шелушению и генерирует клетки кожи. Сделано это в России, Тульская область, город Донской. Я такие маски очень люблю, потому что действительно от них виден эффект. Эту вот биокос я еще не пробовала, не тестировала. И состав здесь не устрашающий, много очень натуральных масел, масло овса, масло оливы, глицерин, витамин Е, таурин. И я потом напишу в комментариях, как мне понравилось действие этой маски. Ну вот и все. На сегодня у меня весь обзор. Вот мой отзыв об этих товарах косметических. Если вам было полезно и интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, в Одноклассниках. Также в Инстаграме я появилась. Давайте общаться, обмениваться опытом. Желаю вам только полезных покупок. Ну и, конечно же, здоровья вам и вашей семье, благополучия. Всем пока и оставайтесь со мной.